Здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители, любимые гости и другие челы, которые подсоединились или уже смотрят давным-давно. Всем привет. Да, как-то я все долго начинаю. Да. Надеюсь, вам слышно будет, хотя убавлю. Вот все, в наушниках просто звук убавил, нормально. Вроде как не орёт. FPS 8. Начнем продолжить. Да, как вы заметили, я сделал на русский язык. Я додумался прочитать хоть что-то в этой игре и сделать английский язык. Оказывается, там надо было просто по настроечкам немножко полазить и все. Точнее, первая вкладка, первая строка, там сразу написано язык. Да. Да, вот я залажу. Прошу, не лагай, умоляю. Тогда вроде не лагал, а сильно. Мидовая часть, я дай. Опачки, ребята, пауза. Так, извините, ребята, ладно, мы продолжаем. Bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? Так, я еще хочу посмотреть. Тут можно субтитры включить? А, вот, субтитры, отлично. You'll do martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Rowdier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Все походу серьезно, чем я думал. А что у меня так искажается, или это мне кажется? Да, у меня вроде что-то нет. Мне не кажется, у меня реально что-то искажается. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Честно, чувак, ну ты полный урод. Run free! Run free, вот сам туда иди. No? Alright. Ну ладно. Those are the grindstone, I like that. Okay, then, this way. Жопа. Жопа. Ёлка полна. Тут как-нибудь... Я тебя даже шатать не могу. Блин, у меня ещё конфету во рту. Приятно выглядит. Убей меня, убей. You're putting that tongue to any use anyway. Physics are not any. Pretty told I was just tired of licking my own stands. Here we are then. Ой-ой. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and a movie. Только не камеру. Я ее за 10 косарей покупал. Только не камеру. Пофиг, хоть что, но только не камеру. Ой. Давай, давай, чувак. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. Ты это только с камерой поосторожнее, а то реально дорогая. Все остальное пофиг. Вот камеру не трогай. Мне главное. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. Чувак, я недавно прическу делал, так что поаккуратнее с ножом. God died with the goldsmith. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what makes you...
Главное не смотреть. You paying attention? На тебе. Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Это так неприятно, конечно, но ничего. Эта игра помогает сосредоточиться, что это игра. Там даже кости видно. Так он. Давай, давай, чувак, давай, давай, давай. Как так, а? Я это рисую. А вот раньше ты так не мог сделать, а? Пока тебе пальцы не отрезали. Я недавно, чувак, конфету сделал. Ты так... Все, сохранение прошло, все отлично. Все закончилось. Какие красивые руки. Может быть, не взять одну? Чтобы палец пришить. Одна батарейка. Идет сохранение. Куда дальше идти? Я не знаю, серьезно не знаю. О, я там еще Майнкрафт включен, это спокойная музыка. Я выбрался, да? Инвалид, который
хрена не может перепрыгнуть. Долбаный тупорылый игра. Я сейчас сдохну, я в натуре вообще никогда проходить не буду. Срочно перепрыгни ты его. Конечно, обязательно так надо. Очки вон. А что будет, если я сейчас выбегу, а? Вроде ушел, да? Где он? Простите, мусорщик, чё не сопит? Блин, его я больше всего, наверное, ненавижу. Hey, nobody likes a quitter. Иди отсюда, да я спокойно пройду эту хрень. Этот ящичек меня спасает. Слышу, тут ли он где-нибудь стоит, или он там вообще. Я тупо не понимаю. Раз, два, три. Мари! Тупая идея, это самая тупая идея. Давай туда. Come on, buddy, we're not done yet. Пипец.
зря я, наверное, спрыгнул, да? Спрячемся. Выиграю, нет этого уродца. Он же придет. Я еще какого-то хрена банан взял. Момент, я тут банан сижу, жру. Ну и где он, чё, побери? Ну-ка, может быть, там что-то взять надо было. Сейчас я чё возьму, и он откуда-нибудь, да? Может, тут ключ? Оказался, ушел. Надеюсь, показалось, блин, а то это сейчас будет глупо, то что я в туалете заперся, наверное. Чего-то же я тут появился, да? Чтобы взять какой-нибудь ключ или еще что-то. Я вообще ничего не вижу. Показалось, он сюда шел. Вот я вот слышу, где-то он ходит. Не понимаю, где. Может, мне туда надо идти? Я не мог бы сейчас вот этот огнетушитель взять и ударить. А, вот, все, наверное, тут. Бежим обратно. Все, тихо. Так, надо скушать бананчик. Главное, банан. Настолько замораживает, что я даже банан начал быстрее в два раза есть. Сейчас надо будет бежать, когда он туда посмотрел. Сейчас он подойдет, да. Подойдет сюда. Нет, прошу. Иди. У тебя хорошие ноги. Ты что, зависли? Хорошо, иди отсюда. Теперь бежать. Я вообще не помню. Я ключ нашел, но я не помню, куда бежать. Нет, обратно. Сейчас я жестоко, наверное, туплю, да? А, нет, смотрите. Смотрите,
сейчас я его убью. Я проходил до сюда, но я не помню, как это проходить. Давай. Понял, да? Понял, как со мной связываться. Понял, как связываться, Саша Миллион. Понял, да? Так, куда теперь? А, все, теперь я считаю себя неудачником. Сохранение. Фуф, на самом деле это было долго, и я над этим и закончим. Это просто капец. Вот просто капец. Я надеюсь, вам понравилось то, что я старался, и я реально не знал, что тут проходить. Хотя я полностью ее, ну практически полностью досюда, еще вроде дальше я прошел ее. Но я не помню, как именно я это проходил. Все. Если вам нравится прохождение вот Last, можете поставить палец вверх. Это типа такой пальчик. Все. Ну, вы поняли. Да. Всем респект. Всем респект от меня. Блин, мне что-то подвисать начало. Сюда я не могу. Всем респект от меня, еще раз говорю. Подписывайтесь, ставьте лойсы, лайки. Как вам угодно. Короче, ставьте их и всем до скорого. Всем пока.